Всем привет и добро пожаловать на канал. Продолжаем играть Dirt Rally. На очереди у нас 5-й спецучасток в Уэльсе. Так, чиним машину, ну тут у нас все хорошо. Вот, и получается те настройки, что я сейчас езжу на Опеле. Так, и сразу начать. 5, 4, 3, 2, 1. Старт. Опасно, левый 4 бревна, трамплин. И левый 5 на 4 через трамплин, бревна на выходе. 80 левый, 6 на правый, 2 на 1. Ой, ёпарасты, блин, нифига себе, что-то машина не заворачивала. Ладно, недолго ехали. Лево 5, направо 6. На левый 4 на 3, 80. Трамплин на левый 5, длинный через трамплин, правый 1. Направо 3. Опасно, левый 5, развил бы левый под 90, не резко. Правый 6, левый 6, трамплин, правый 5, вдоль перекрестка, левый 6. Левый 6. На левый 4, трамплин, развилка, правый 3. На левый 3. Правый 5, левый 5. На правый 2. На левый 5. Правый 6, на опасный левый 5, через трамплин 8, вдоль перекрестка, развилка правый по 90. Левый 3, чуть длиннее вдоль перекрестка. На правый 5, длинный перед. И опасно, левый 4, длинный через трамплин, развилку правый шпиль. На левый 4 длиной 100, не резко. Сто через яму, держись левее, через трамплин. Левый 6, 40, левый 3. Правый 6, левый вдоль перекрестка. Держись левее через прыжок 130. Опасно, держись правее через прыжок вдоль перекрестка. Тормоз левый 6, на правую шпильку широко. Лево 6, через трамплин 80. Лево 4, узко, не резко. На правый 6, чуть длинный 60. Опасно, правый 5, длинный на развилку, левая шпилька. 80. Держись левее через трамплин, держись по центру через трамплин 8. Правый 5, длинный вдоль перекрестка, стоп, без стоянки. Правый 6, длинный вдоль перекрестка. Опасно медленнее, 8 через трамплин, правый 5 через ворот, брод. Опасно, держись по центру через прыжок 100, вниз тормоз, развилка, резкий правый. На левый 1, длинный, широко 2, длинный. Опасно, правый 4 через большой прыжок. И правый 6 через большой прыжок 40. Правый 3, брод. Правый 2 через ворот широко вдоль перекрестка. 60 вдоль перекрестка. Левый 5 через трамплин, на правый 6 длинный 60 через финиш. Ну,
на самом деле не так плохо. Простите, 39 секунд от первого места и третий Аль Рамси на третьем 16 секунд. Ну, вообще супер. Ой, простите. На самом деле трасса просто офигенная в плане управления, так и вообще интереса. То есть машина водила, ой, простите, очень круто. Вот, конечно, можно было помучиться и улучшить результат. Более можно было это сделать легко. Но я подумал, один фиг, я займу точно второе место. Али шасси уже, грубо говоря, вылетел. У меня вот теперь уже не соперник, а осталось два участка, поэтому опасно, левый, пять, мучиться я не вижу в этом смысла. Буду просто наслаждаться хорошей гонкой. Опасный левый 5, через трамплин 80 вдоль перекрестка, развилка в правый по 90. Длиннее вдоль перекрестка, на правый 5, длинный и резко. Правый 5, длинный вдоль перекрестка, 100 вдоль стоянки. Правый 6, длинный вдоль перекрестка. Опасно медленно, 80 через трамплин, правый 5 через ворота в рот. Опасно, держись по центру, через прыжок 100, вниз. Левый 5 через трамплин, на правый 6 длинный, 60 через линию.